принципе, вот так вот выглядит бассейн. В 11 утра. Народу очень много. Погода, как видите, опять не подвела. Здесь работает анимация, можно поиграть в волейбол. Вода реально теплая. 3 спуска. Не глубоко, не по грудь. Везде глубина воды одинаковая. Люди приходят в шубах и сидят в купальниках, загорают. Вот. На солнце, в принципе, не холодно. Вот я на шезлонг легла. Несмотря на то, что купальник сырой, мне на солнце не холодно.